возможность окунуться в мир творчества, стиля и красоты этим очаровательным многодетным мамочкам подарила общественная организация «Лига женщин города Якутска». Уже позади психологические тренинги и беседы, разучивание танца зумба, сальса, дефиле и фотосессии. Всего лишь месяц учебы и тренировок дали новый импульс в желании творить и любить. Это проект, который организовала Лига женщин города Якутска. Он впервые проводится в городе, и я уверена, больше, что, наверное, в больших городах такого проекта еще нет, потому что мы его сделали для многодетных мам. Для многодетных мамочек, кстати, так и называется проект, проект преображения «Мамули-красотули». И для женщин, которые кто-то сидит по уходу за ребенком, а кто-то работает. И вы знаете, многодетные мамы, они всегда востребованы, правда? И вот мы решили, что а почему бы не сделать вот такой прекрасный проект? Если мы с вами, может быть, чего-то, наверное, может быть, по времени нам не хватает, то этим женщинам, это великим женщинам, хватает на все время. Даже здесь репетировать по 2-3 часа, чтобы потом предстать во всей красе. У каждой из 7 участниц образовалась своя команда в лице стилистов и дизайнеров, которые, в свою очередь, создали в итоге неповторимый образ. Я сама мама, мне эта тема близка. Потому что где полноценная семья, там счастливая мама должна быть. Поэтому я хочу, чтобы женщины были красивыми. И проект «Мамуля-красотуля», ну что-то, какую-то изюминку для себя. Женщины что-то они открыли для себя. Сама идея вот этого мероприятия мне очень импонирует. Потому что, скажем так, надо все-таки, многодетные матери – это, наверное, та часть нашего населения, которой нужна поддержка. Пускай даже мы немного, всего лишь сшили платье, да, но я думаю, что это платье с удовольствием будут носить в течение многого, долгого времени, и это будет приносить радость. Всего 4 занятия с инструктором по колонетике, и наши участницы готовы выступить с танцем зумба-сальса на презентации проекта. 4 занятия, им полностью выучили танец, им очень нравится танцевать. Молодцы, я очень довольна девочками. Ну, женщина есть женщина, она должна преобразоваться, танцевать, делать себе макияж, и, ну, и хорошо готовить. Ну, скажем, гармонично развитая женщина должна быть, конечно. Помимо внешнего преображения и навыков пластики, участницы прошли психологические тренинги, уроки ораторского мастерства, встретились с председателем Матери России Прасковьей Петровной Борисовой, а также снялись для фотосессии до и после. Конечно, мне всегда хотелось, и мне кажется, каждой женщине хочется поучаствовать в таком конкурсе, конкурсе красоты. А сейчас, тем более, после рождения детей, мало кому так везет, как нам. И вот когда мы услышали о таком проекте, когда мне предложили в нем поучаствовать, конечно, я с радостью согласилась. Самая приятная часть проекта, где можно было увидеть прекрасное преображение всех участниц, наступила в замечательный праздник День Матери. Действительно, добрым получился благотворительный проект «Преображение». Столько людей соединил он в одном общем деле – создании сказки для многодетных матерей. Надеемся, проект послужит новым импульсом в стремлении к развитию и самосовершенствованию.